того карандаша, того, который вообще прям карандаш. Карандаш, и никуда от этого не деться. Денис, мы так рады, что ты все-таки прилетел из Челябинска наконец-то. Клево, мне выдали тут, выдали какой-то старый iPod с двумя. Это кассетный плеер, дружбан, запускай. Клево, слушай, а ты говорил, что с катушек работает. Там битлы у тебя будут. Вот, смотри, у меня тематическая футболка специально для тебя, специально под эту песню. Я не читаю по-албански, братан. Что это? Здесь же пиво. Хэппи Пилс, а, твою мать. Круто. Эта песня называется Help. Help с двумя буквами L, потому что не только Help, но и Hell. То есть, собственно, песня об аде, как он есть. Эта песня записана специально для проекта Let It Beatles, посвященном 50-летию этой замечательной группы. Итак, большой привет блюющим в комментах YouTube битломанам. Поехали! Отлично, отлично. Джон, ты уверен, что готов к этому? Это действует не самым безопасным методом, который... Это попал в дурдом. Да он слабак, давай начнем, чего мы ждем? Подумаешь, какой-то лох лег в психбольницу. Сворачивать уже поздно, даже чистый из принципа. Что ж, клади под язык и жди, пока растворится. Действие настается где-то секунд через 30. Походу началось, кроет не по-детски. Эй, дружище, а что это за звуки мерзкие? Будто скрипу пенопластом по шершавой железке. Шо, это кавер-версия твоей песни. Как будет музыка будущего привыкать? Я предупреждал, этот трик может быть не файк. Чо, брачо, разве вперед тебя фьючер? Мы уже начали, дальше будет круче. Помогите кто-нибудь, люди, заберите меня сюда. Сотрите мне память об этом трэше. Эй, да это же ад, конечно. Помогите кто-нибудь, люди, заберите меня сюда. Сотрите мне память об этом трэше. Теперь я понял, Дженнис не была такой уж крейзи. Ну да, она тоже побывала в этом рейсе. Эми Ван Хаус найдена мертвой, пишет в прессе. Зато Борису мы вчера нашли живой с новой песней. А как же Пресли? Который Элвис? Я в состоянии таком, что кажется, мы бы с ним спелись. Какая девушка в окне? Забей, это Эмма, так выглядят тысячи парней. Сатану, Елу, Сабмарин, миром правят Гринчи, Кевара, Сатрапезы, футболочных принтов. Обся в рок-н-ролл, Раппл, Сарин, Аппол. I believe in yesterday, когда уже отпустит после. Хочу назад, хотя бы back in USSR. Чуть не вассад, что за тица, ты хотел сюда сам. Помню, теперь твою хочу, а теперь назад. Это не Дженни, Дженни с бриллиантами на небесах. Назвался грузом, вылезай грузом, порвайся за базар. Кстати, по поводу базарных дел, надо исполнить на карабарашел, еще на был. Помогите кто-нибудь, люди, заберите меня отсюда. Сотрите мне память об этом трэше. Да это же ад, конечно. Помогите кто-нибудь, люди, заберите меня отсюда. Сотрите мне память об этом трэше. Эй, да это же ад, конечно. Что? Спасибо огромное! Только с самолета и прямо здесь, прямо на сцене, вместе с Илоном и вместе со всей этой публикой. Спасибо огромное, было круто. Спасибо, Денис. Спасибо за iPod. Peace. Ну что ж, сейчас прозвучит песня, одна из самых честных песен. Песня под названием 3P.